נצלם אותו? כן. אז נצלם שתקי. חומר. מה הוא אמר לך? חומר. חומר. איזה סירות. Так, продолжаем. Сейчас мы качаем переднюю мышцу. А цамот. О, Эдик, это... Ты, наверное, питаешься хорошо. Как ты достиг таких... таких вершин, скажем так? Ты физически развит? Это как ты там, по 26 часов в день в интернете, да, так? С коленом в руке. А, зовольтига. Зовольтига. Хуйна. Третий этап. Так, дальше. Путеводитель Эдика, нахуй. Дядя, третий этап начинается. Давай. Покажи кантель. Сколько там? 50 где-то. Ну, для тебя это так, как два пальца об асфальт. Это он выдохся, он уже целый день качается. Так он, я видел, поднимает вообще без проблем. Асаф, бобо. Тарымензе. О, вот ученик. Пол Эдика называется, блядь. Мастер. Альтамеза, хрезак. Ты не сможешь. Не сможешь эти переводить. А там ты шабру нахуй. Лё хала хрезе на хлиф и лух бате смаха. Там нахуй. Потом такой рука вот так. Так, четвертый этап. Давайте. Эншам лев. Клики, это нормально. А прикинь, как ёбнется на тебя. Я же сдохну нахуй. Да тут так всего 50, ну. От такого еще никто не умирал. И сколько раз в неделю надо повторять все эти упражнения, чтобы как ты быть, скажем. Ну, не как ты, но вот хотя бы половину от тебя. Ай, Эдуард. Ну, я вам так скажу. Это почувствовал. У тебя это раз в год чувство приходит, чтобы покачаться, да? Ну, примерно так, ну, знаешь... Когда уж на компьютере две скучности, иногда надо. И тогда гарантированы все эти мышцы, да? Как бы по-любому. Не, 100%, это проверено Эйнштейном даже. Смотри, вот когда тебе скучно в компе, берешь так раза два и все. И можешь еще 26 часов сидеть. Вот так, смотри. Два раза отжался, можешь еще неделю нихуя не делать. Два раза так моментально, за неделю вот такой наращиваю. За все 18 лет, блядь. 18 лет. Кубики, как над кубиками? Над кубиками работаешь. Жрешь какую-то хуйню. Квадратную. Твердую. Потом, когда ты высираешь, у тебя живот так напрягается, и кубики нахуй появляются. Или анекдоты читать. Ну, есть там много там патентов, знаешь, а? Трипы хавать надо. Трипы — это делать большие кубики. Дрыж. Не дрыж. А та? Ну да вот так вот. Пульты. Зе. По-моему, самое правильное то такой качать. Больше не надо. Вот так вот, видишь? 5 раз это вместе. И такие достижения, ну. Вот кто может вот такую хуйню поднять? Ну вот, дай попробовать. Ну смотри, на.
Ну попробуем сейчас. Сейчас я попробуем. Ну слушай, без подготовки невозможно, по-моему. Да. Тут пара подготовки. Я же хочу. Кен. Кен. А ну-ка. Цедл. Ма, без решай, махав там кехты. Тут Сабаба. תשמע, אבל אם משהו לא יגע לפני זה, לא יהיה לי טוב, אז ככה יכול להיות שאני אפרוש באמצע. תלוי, נכון לפני זה יש לי שיעור מידע, איך אני אבוא אם אני נכשל יותר מידע, אז אני אבחר על הפעם. Бай. Блять, сколько шерсти. О, дай покурить. Вот это вот, по-моему, это и наращивает. Ну да, это надо вот употреблять после того, как ты вот так пару раз поднимаешь. Надо пару раз затянуться. Это как хальбон. Надо реально помахшать? Это на интернет. Это бай бахибур. Так что я покачался, дай мне сейчас тут. Надо сразу в мышцу. Ну я тут. Подожди, я тоже ведь тут надрывался, сидел. Давай я сразу. Ну что так быстро? Кстати, вот это упражнение качает грудную клетку. Вот эти вот мышцы, вот тут, пах. Все вместе. Пятая точка качается. Надо уметь. Вот и точка G качается вместе. Да. Так что употребляйте. Точка G. То в ноги халим, да. Табачок. Поет. Еще семечки надо хавать там. И пивом запивать. Да. На кубиков. Хотя бы 4 раза в неделю. Где? Ну пиво с семечками 4 раза в неделю надо хотя бы употреблять. Что делаем? Вот так. Тут остальные там. Да. Я видел, что это заленка. Он уже выйдет. Да, нахуй, под мозгами. Компа нет уже. Ты делаешься. Эдик хавает, не мешайте ему. О, видно разницу, смотри сразу. Сразу надулась. О.